Мощные торнадо и ливни обрушились на американский штат Флорида. Их принес ураган Милтон. Порывы ветра в регионе достигают 200 километров в час. Из-за разгула стихии в штате разрушены сотни домов, поваленные деревья, оборваны линии электропередач. Больше миллиона жителей остались без света. Проливные дожди затопили улицы. На видеокадрах очевидцев автомобили стоят в огромных пробках. Власти призвали жителей отправиться в ближайшие пункты временного размещения. В штате отменили плату за проезд по дорогам, а также разрешили передвигаться по обочинам. Ураган Милтон движется к западному побережью Флориды. «Нью-Йорк-Пост» передает, что он будет настолько мощным, что может навсегда изменить береговую линию штата. Специалисты предупреждают, что ураган накроет 95% пляжей региона. У берегов волны могут достигать 4 метров. В 35 округах штата введен режим ЧС. В безопасное место эвакуировали 6 миллионов жителей Флориды, в том числе и 5 тысяч заключенных из исправительных учреждений. Напомню, в конце сентября Флорида пострадала от урагана Хелен. Жертвами стихии стали 230 человек.